несколько лет назад, когда был Даши частник Иосиф Лин, и мы задались этим вопросом и обращались в исполком, нам был ответ такой, за подписью Иосифа Ли, что эта процедура делается бесплатно. А теперь, когда мы, обрадовавшись, сделали коммунальное хозяйство, они перерегистрацию делают за 100 с лишним гривен. Там, конечно, они и страховку включают, и еще что-то. А на каком основании? А что такое перерегистрацию делать? Это вот такой листочек бумаги в двойном экземпляре. Это что, 100 гривен стоит?